Вечер добрый, чай горячий, с вами Рунтик и Турбо, и сегодня мы поиграем в игру Brick Riks. Да, друзья, всем привет! Я даже сам не заметил, как я уже третий ролик перешел на новое приветствие. В общем, ребят, сегодня у нас будет Лего-пожиратель против тачки, хотел сказать, прокачку, но на самом деле против тачки, вот. Мы знаем, что этот ролик уже сняли, нам как-то абсолютно по барабану, потому что эту тачку делали специально для Турбо, и в общем, да. Сегодня мы попробуем это снять и показать вам, на что способна, на что способен даже Лего-пожиратель против обычные лего-машины. Ну как обычно, у меня все-таки Lamborghini Gallardo, она, кстати, такая достаточно офигительная, офигительная, прям опупительная. Да, ты только знаешь что, ты только худые отключи, потому что у тебя как бы одни преимущества. Понял. А, так вот, что я хотел сказать. А смотрите, в общем, дело было так. Я, в общем, нашел в мастерской старого лего-пожирателя и решил, так сказать, сделать на него небольшой обзорчик. Твою мать! О, ё-моё! Ты уже так близко? Блин, ребята, зря я начал разговаривать! Блин, у меня микрофон упал, погоди. А. Секундочку. Фух, мне повезло. Так вот, я из-за этого заорал. Сейчас, погоди, я его поставлю. Ну ты меня немножко куснул. Блин. Не, ну ты... Блин! Просто на маленькие кусочки. Ребят, ам-ням-ням, как это было вкусно. А спасибо, все было очень вкусно. Нет, как я там... спасибо, все было очень вкусно. Во, вот так вот мы раньше говорили. У тебя тоже колбасит твою эту? Да, есть такое. Как будто на спайсе подолбалось. Отпусти меня! Кстати, посмотри, у него во рту там что-то есть. Да, все. Кстати, как ты сказал, все вылетело почти. А, он перемалывает, я понял, он кушает то, что у него там осталось. Все, слушай, давай вот эту болтовню, короче, сейчас не будем разводить. Давай, согласен. Восстанавливайся и еще раз погнали. Ой, капец. О, опа. Кстати, ты то подколбашиваешься, то нормально. Ну, в принципе, играбельно, нормально. Ой-ой-ой, блин, да что ж она такая неуправляемая? Потому что нет! Нормально, я жив. Жив целый. Ну, как сказать? У меня одно колесо осталось. Ты же не будешь мне сейчас доедать, ведь не будешь? Я, да нет, зачем? Фух, спасибо. Пока. Да, блин, я хотел. Блин, я так хотел покушать, ребят. Я себе уже чаек заварил, горяченький, кстати говоря. Блин, а я его выпил. А я тоже. У меня уже пустая чашка стоит. Пустая чашка, на самом деле. Блин, на самом деле, вот эта вот Lamborghini очень хреново. Она даже на небольших поворотах начинает немножко ломаться. Блин, ты сейчас еще на пожирателе не катался. Он тоже нормально, он управляется в дрифте вроде, но он как бы... По сравнению с твоей маленькой Lamborghini, не такой верткий и не такой управляемый, все-таки, и не такой быстрый. Нет! Посмотри на мою машину, что за трансформер? Трансформируемся! Ты это видишь, да? Это, знаешь, да, короче говоря, есть такая Лада, которая трансформируется, вот это что-то похожее, как раз-таки тоже трансформировалось и развалилось. Молодой мой мужичок, вы чем накурились, а? Подожди, сейчас, мне кажется, это все, это на разборку. Ладно, в общем, давай теперь я возьму машину, а ты бери его вот это. Смотри, у него снизу еще колесико. А зачем? Я тоже хоть не знаю, зачем, но оно издает дым, когда едешь. Внутри, короче, машина какая-то, и на ней написано Help Me. Нужно, короче, она просит, чтобы ее спасли. Я понял. Да, это не какая-то машина, это стандартная машина. Стандартная машина, я знаю. Ах, ты ж собакин, а? Нет, ну не надо. Влезу! Ай, блин! Чего? Черт, влез, давай. Кошечка, блин, я тебя проткнул дальше. Давай, я тебе помогу, я тебе, у тебя запор, я сейчас, я твоя таблетка. Давай. Подожди, мне неудобно. Пролез. Давай. Я вообще, оп. Давай, лез. Ты пролезаешь, нет? Не помог. Нет. Сейчас. Я хочу... Нет! Я сейчас включил вид от первого лица, здесь такая фигня просто приехала. Ням-ням-ням. Ты знаешь, это как в этих фильмах ужасов, типа, ты успел спрятаться в маленькую такую штучку, а тебя пытаются такие челюсти большие сожрать. Ты что там делаешь? Сейчас, подожди. Так, назад. Мне интересно, я смогу сломать эту дом? Да не, слушай, она не пролазит, к сожалению. Подожди, у меня просто, смотри, я когда по дому бью... У него, видишь, появляются эти, типа дырки. Может, у меня получится его сломать? Давай, попробуй. Выйди, взорви с гранатомета, да и все. Согласен. В общем, ребят, я сейчас только что посмотрел, тут, короче, ой, все, цепь, да. Меня сожрал не ты, меня сожрал дом. Тебя сожрал дом. Так, давай, воссоединяйся сам с собой. Не, ну, кстати, погоди, вот я... А, ты хочешь посмотреть на дырки? Тут... Ой, да, охлаждение? Нет,
меня просто здесь, посмотри, я, короче, заезжал, посмотри, сколько я деталек просто. Да, я это видел. И вот здесь вот такая просто груда металла лежит. В общем, ребят, что хотел сказать-то? Вот, я когда сейчас с помощью свободной камеры и пробела посмотрел, вот в эту дырку я пытался поставить машину, мне даже туда машина моя не влезала вот по этим, как по размерам. А я да буду жить тогда, когда ты жил. Ничего. Я не жил, ведь я тужил. Извините за мои вокальные кальные данные. Вокальные какальные данные. Вокал. Ой-ой-ой-ой-ой! Фига ты крутой! Не облетел! Это хак! Не схавал! Не схавай! Не хавай! Не захавал! Не хао! Нихао, это типа, ну, приветствие китайское. Это на китайском что-то, да. А, нихао. 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 Блин, что-то у меня колба... Да ёкарный петушак. А может и нет. Что? Ты отсоединился? Отслоился? Кабриолет, смотри. Нет, всё, блин. Я не могу ничего сделать. О, погоди. А, стой. Ты едешь? Стой. Да, я еду. Что это? Я еду, у меня три колеса, все хорошо. Подожди, нормально. Как хорошо, когда у тебя рамная машина. Ты мне просто кузов снял, а машина едет. Нормально, я тебе, ну, ты просил прокачать тачку, я же люблю кабриолеты. Да ё-моё, я сейчас опять... Ой, блин, есть, хорошо, что ты куда-то... Ой. Ты все еще хочешь сюда? Нет. Я тут пролезу. О, ты с обратной стороны здания сломал. Да? Не, я, кстати, тут не... Блэд. Я застрял! Смотри. Это ты, ёл-моё, ты достал. Ой, тихо, в эту дырку! Сам ты дырка! Нет, ой, тихо! Нет! Задняя! Сдохни! Да поехали же! Да сдохни ты, ура! Я просто тебя по башке надавал. А у меня что-то всё остановилось. Так я типа, ты умер. В общем, ребят, минутка дичи будет сейчас у нас в ролике. Причем очень дикая дичь. Я вообще не знаю, как... Вот не знаешь, кстати, в чем преимущество этой фигни? То, что она пролезет в любую щель, в любую дырку. Любую дырку, да. Ну, в общем, вы видите, какой-то пьяный школьник. Это сын, походу. Сын твой. Это сын, да, сын, короче, повернулся в списке. Приехал такой, я дома. Алло, у меня зубы меня не слушают. Кстати, на тебя очень похоже. В смысле? Нет, давай! Ай, нормально, я и хотел как раз себе багажник немного укоротить, он мне не нравится. Да, все. Блин, я думал, смогу! Я забыл поставить бессмертие! А, дурак, ой, дурачок! Ну, в смысле, ой, дурак! Я режу хлеб, я режу колбаску сейчас. Блин! Это была моя самая большая ошибка в жизни. Посмотри, что я делал. Ты что, брейкданс танцуешь? Машину изнасиловал. Это жесть. Ой, это уже близко. Ёлки-палки. Вольво безопасно. Это реклама Вольво у нас. Ой, блин. Сожрунтик. Кстати, неплохо. Сожрунтик. Давай назовем вот этого малыша Сожрунтик. Не. Ой, блин. На. О, кстати, погоди. Ой, что-то меня колбасишь. Нет. Ой. Подожди, я еду. Так, тихо. Да какого хрена ты поехал? А я здесь не пролезу. Я пролез. Спасибо, что все заборы сломал. Да ты собакин. Собаки. Ты видел, что я сделал? Ты что сделал? Я сделал. Блин, у меня, короче... Подожди, мне надо немного вот эту часть убрать, она мешается. Во, идеально. Блин, я, конечно, тут останавливаюсь много раз, потому... Чё она не едет? Теперь у меня машина мечты. Потому что это жопа какая-то. Все, ребят, я прокачал тачку нашего сегодняшнего участника. Ты официально прокачан с Журрунтиком. Ты чё ты... Как ты это сделал? Стой, тушка, погоди, а я все нормально, да я даже перевосстанавливаться не буду. Что-то мне кажется, что я, знаешь, как-то хреново режу свой бутерброд. Блин, на самом деле ты еще успеешь туда-сюда, блин, скататься. Ты сейчас же упадешь! Я так и знал. У меня уже ничего не осталось. Я еще еду, если что. Блин! О, нифига ты! Да, я видел. Блин! А, так вот же мост! Куда я... Нет! Я забыл просто про мост. Я тоже не забыл. Нет, только не под поезд. Сейчас будет встреча века. Встреча, которую мы ждали. Вот. Блин, еще. У меня колеса, они как будто вообще не отвариваются. Ты посмотри. Я не понимаю, это реально вот что-то... Ну это Вольво. Это Вольво, да. Она вас спасет в любом случае. Даже если за вами будет гнаться Журунтик, который хочет сделать себе бутерброд человеческий. Все, минус. Смотри, я встал тебе. О, смотри. Катапульт. Я попал. Как раз таки в эту промежуток. Да.
дырочку. То есть ты попал в промежуток. Да-да-да, блин, смотри, я еще еду до сих пор. Это знаешь, что, короче, видос специально для перфекционистов в нарезку. Ой, ты что, не едешь? Я просто хочу посмотреть, что-то... Наконец-то! Да просто мне надоело, на самом деле. Все. Вольво, ну согласись, вот эта Вольво, она просто четкая. Ты что? Мария, он призывает кого-то. Он кого-то призывает. На солнце прям. Посмотри еще на его глаза. Да-да-да, сейчас светятся глаза. Сверху. О, приди там. Жесть, конечно. И огонь такой. Блин, ты это посмотри, у тебя все равно колеса остались. Если я сейчас сяду, я еще уверен, он поедет. Блин, нет, все, двигатель сгорел просто. Да. Если бы двигатель не сгорел, то я уверен, она поехала бы. Это жесть, конечно. Так. Она сейчас аккуратно подожгет. Нет, не подожгет. Ну что, ты так, берешь машинку? Да, я надеюсь, непривычки. Ты Ctrl-G включил. Да-да-да. Блин. Блин! Я тебя сам столкнуть хотел. Я даже бессмертие включил. Ой, дурачок. Блин. Ты что, дурак? Я как пьяный. Да, да, да. Я тебя просто как-то на зубы намотал и просто повел. Мне до этого еще. Да поехала! Да ехай же ты, бочка! Блин, да как так? Это было очень близко. Да fuck you, да ёб... Блин, ты видишь это? Я от одной стены. От одной стены к другой. Мне кажется, тебе проще было это, короче, восстановить. Да, ладно, я не ищу в легких путей, я ж турбо. Это было близко. Как форсажи, так тихо. Я тебе так ладошкой смотрю, ладошкой так. Ладошку. Тихо, я еду. Тихо, отлично. Я еду. У меня два колеса на одной стороне. Мотоцикл. Как сделать из калины мотоцикл нормально? Ты просто меня раздавил. Я тебя раздавил как букашку-какашку. Так, ой, секундочку. Ай, какашка. Ой, ёб твою жопу. Нет, как? Это было так. Перед твоими колесами затормозил. Жесть, друзья, жесть. Жесть в прямых эфирах на ваших экранах. Ну, это не прямой эфир, правда. А ты разбился? Да потому что, ой, да, а колено, блин. Давай посмотрим, что у тебя случилось. Итак, Да, о, ты посмотри, у меня тупо... О, смотри, да, у него чисто отдельно остался этот кузов. А, мне по другому месте. Красиво. А, причем кузов-то почти весь целый, смотри. То есть да у меня тут и панель приборов. Ой, вообще все. Куда он делся? А, вот он. У меня он улетел куда-то. Я на него прыгнул, он улетел. Ну, неважно, в принципе. Так, друзья, в общем, в конце решили сделать пожиратель против пожирателя. Я надеюсь, ты отключил бессмертие? Конечно. Ой, ну, блин, а я, погоди. Давай заново, я просто немножко это затупил, я газ отпустил, когда к тебе подъехал. А, понял. Стартуй. Все, я... Ням-ням-ням. О, я тебе отъел один рот. Нет. Тихо. Ой, да ну тогда иди сзади. Так нечестно. Чудесно. Давайте, последний раз и все. Давай. Так, погнали. Ой, ты меня отломал. Ой, все, у меня нет рта. Смотри, у меня остались такие эти палки. Да-да, блин, так противно, фу. Фу, блин, гадость какая. Ой, вот я сейчас глаза выколю, смотри. Офигеть. Не выколю. Блин, нет, выколю уже. Только не те. Блин, все. На самом деле я с бессмертием был с самого начала. Ты серьезно? Да, давай попробуем сейчас, короче, заехать вот так вот. Ну, короче, открыть рот. С открытым ртом сейчас заехать. Ой. Блин. Чё ты хочешь? Смотри, вот так вот, я к тебе качусь. Открой рот! Не, я лучше его закрою, чтобы к тебе заехать. Хоть странно, дичь в твою. Блин, он сразу сломался. Да забей, ладно. Ты ж ни хрена себе, просто минус зубы. Так, ой, до свидания. Ну, в общем, ребят, ладно, если вам понравилась эта серия, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналчики, а вам всем удачи, всем пока-пока. Я забыл, что отнимать самаркар, здесь нельзя от тебя бросать. Пока-пока. Смотри, он сейчас уедет. Сейчас, секунду. Нет, не уедет.